Меня зовут Матиас Таугвальдер. Если бы не веревка, которая порвалась при первом восхождении на Маттерхорн, меня бы тут, скорее всего, не было. Потому что в противном случае те альпинисты не имели бы никаких шансов выжить, и один из них, мой прапрадедушка Петер Таугвальдер-младший, так никогда бы и не женился, и у него не было бы детей, и меня бы тоже не было на этом свете. Я всегда задавался вопросом, так ли все на самом деле происходило, как это потом описывалось в прессе и в книгах, и вот почему я решил сам выяснить всю правду. Обычная история первого успешного восхождения на Маттерхорн известна нам по описаниям, сделанным английским ученым, художником и альпинистом Эдвардом Уимпером. Однако я всегда спрашивал себя, но не может же быть так, чтобы никто из тех, кто выжил, не оставил своих воспоминаний. И в самом деле, как мне удалось выяснить, в 1917 году Петер Таугвальдер-младший изложил свое видение тех событий в письме к британскому ученому, занимавшемуся историей альпинизма. Не исключено, что эти записки возникли вот за этим самым столом. А главное, содержание этого письма никогда еще не публиковалось.